Как постричься самому дома? Обычная машинка. Машинка Витек. Поехали. А, ребят, хотел показать вам рабочие две насадки. Одну минуточку. Вот их у меня аж 4 штуки. То есть будем стричься. Насадка одна 3 миллиметра. То есть вот такая она такая невзрачная. И вторая насадка у нас 6 миллиметров. Ну, поехали. Изначально мы снимаем все шестеркой. Волос слегка лучше намочить. Вот, так стрижемся. Есть, ребят, проблематичные места. Это вихри. Один бывает, их два, может быть, два, три. То есть, тут надо им выделить, самое большое внимание. Ну, поехали. Обязательно сбриваем челку вот такими движениями. Обязательно. А для чего это надо? Чтобы не торчало потом антенки вот эти. Если вы хорошо слышите, вы будете слышать, когда машинка стрижет, либо когда она просто ездит в сухую. Опять вихрь, то есть мы на нем акцентируем внимание. Слева, сбоку, по кругу. Следующим моментом есть переход. То есть снимаем троечку. Вернее, шестерочку, одеваем троечку. И поехали наводить такие моменты. То есть, если вы, ребят, устали платить парикмахерским. Вообще, я хочу спросить, куда вы выносите деньги? За то, что вам девочка вот такой обычной машинкой китайской пробороздит вашу голову. Не вижу смысла. Вот оно. Одним движением руки. То есть, мы лишаемся этого всего. Смотрите. Раз, 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 раз и все.
Так само повторяем со второй стороны. Один совет. Машинка должна ехать по плоской ровности и потом как бы уходить наверх. То есть вот такими движениями. Раз, выходим наверх. Раз, выходим наверх. Раз, выходим наверх. Вот тут единственное, надо придать такому внимание, чтобы не торчали антенки. И так по кругу. То есть мы везде сзади так выходим, 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 выходим. Смотрим, что будет. Привет. Как-то так. Ну, ребят, как-то так. Вот был маленький обзор, как постричься самому. Всем пока.